Приветствую вас на канале Тонечкины рецепты. Сегодня мы будем готовить сырники без лепки. Для этого нам понадобится 360 грамм 9% творога, 2 яйца, 2 столовых ложки сахара, пол чайной ложки соли, 4 столовых ложки муки, подсолнечное масло для жарки сырников. В глубокую тарелку добавляем творог, яйца, соль, сахар и все хорошо перемешиваем. Затем добавляем по 1 столовой ложке муку. Все хорошо перемешиваем. Муку добавляем постепенно. В сковороду наливаем подсолнечное масло, даем ему хорошо разогреться. Затем выкладываем столовой ложкой сырники. Даем им хорошо подрумянится с одной стороны. Затем лопаткой переворачиваем на другую сторону. Когда на другой стороне сырники поджарятся, переворачиваем их обратно на другую сторону. При жарке сырников огонь должен быть маленьким. Когда сырники готовы, мы их выкладываем на порционную тарелку или на одно большое блюдо. Приятного аппетита!